Ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Димка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Эксперименты». Здорово, ребята! Сегодня, друзья, у нас эксперименты с подъемом на вершину. Сегодня у нас есть огромная дуга, просто посмотрите на это. И в конце, ребят, этой дуги у нас есть платформа. Цель сегодня на тачках постараться забраться на самую вершину и не упасть вниз. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал и на Телеграм. Там выходит очень много полезной информации из жизни и многое-многое другое. Итак, ребят, по самому начало у нас есть подборка из тачек. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тачек. И под самое начало, бро, да, берем по одной тачке. Ты берешь себе Skyline, я беру себе Ламборджамбу, да. Окей, бро, поехали. Мы начинаем наш первый раунд. Начинается он здесь и сейчас. Итак, если вкратце, нужно подняться как можно выше. Разные цвета платформ обозначают баллы, которые мы зарабатываем. Ну, в нашем случае считается именно так, поэтому... Ну, ты догоняешь, да? Подожди. Да, конечно, 150 еду. Ой-ой-ой, какой-то ты слишком шустрый, братан, давай там это, не скорострельничай. А ты какой-то слишком металлический. Слишком страшненький у меня, конечно, заднего бампера нету вообще. Да. Ну что, я пошел в отрыв, да, такое ощущение, или что? Смывайся. Догонял, как будто перестал. Ну, вроде 50 я взял уже, вроде бы взял 50. Я тоже взял 50. 55 тоже возьму. Зацеп на 80 я взял, хорошо. Брайан, тащи! О, черт, это Брайан. На самом деле 60 я взял, неплохо, зацеп есть. Зацеп решает, ребята, как дела, Димон? Да я вот смотрю, короче, внутрянку нашего этого Ская, думаю, блин, какая же все-таки классная тачка. Жаль, что их уже нету в живых, нормальных. Ну... Их единицы осталось. Ну это вообще, тем более у тебя R36, это по идее вообще обновленная версия, как бы считается. А, ну ладно. На самом деле, я тут пока ползу, но прямо тяжко. Переползая на платформу 75 баллов, ты как там, ты догоняешь? Да конечно, дядь. Я еще даже не шлифую. Я не могу. Меня занесло. Как вот даже, если черканешь? 75, да, у тебя и меня. Ничья по 75 баллов в первом же раунде. Окей, ребят, итак, у нас раунд 2 впереди. И давай так, здесь есть Ауди прикольная. И Димка! Бери себе Ауди, я беру себе, ребята, Ламборгини. Опять второй раз подряд беру себе Ламборгини. Итак, посмотрим, кто поднимется выше в этом раунде. Ты какой-то высокий. Раз, два, три, поехали, да. Полетели. Ты какой-то прям вообще бакланчик. Окей, мы пока стартуем. Ого. Из будущего. Я изнутри катаны просто в ноль, я понял. О, скорость хорошая очень. Очень крутая скорость. Километров пробега на тачке. 2500 километров в час у тебя скорость, братан. На самом деле все вот так вот, да, поэтому... Нет. Слушай, если ну... Если было бы так, я бы радовался. Ну, слушай, я... Да, блин, я не могу понять, как там ехать, потому что я не вижу ничего от первого лица, а слова совсем. Так, сколько там я взял тоже баллов, это... О, а нихуя, я пока рассматривал салон, я уже тут как бы до конца доехал. Да, реально, я тоже, заехал неожиданно. Она вроде бы ехала и как-то заехала неожиданно. Ладно, такие вот две прикольненькие тачки, да, нам приносят по 100 баллов, идем дальше. Окей, продолжаем. Итак, Димон, здесь Бугатти и Ауди. Теперь я возьму Бугатти, а ты бери себе Ауди. Это будет интересно, потому что, ребята, у нас тут, конечно, намечается нереально крутой заезд. Итак, мы на конец ролика оставим потом две, этот, УАЗик и десятку, да, уже на самый конец. А пока, ребята, мы стартуем. Так, у тебя Ауди быстрее, чем моя Бугатти. Да, что удивительно, но факт. А, прикольненькая такая Бугатти, прикольненький салон такой, нормальный, все хорошо сделано, все качественно. Но скорость поменьше будет, чем у прошлой тачки у меня на самом деле. Поэтому не знаю, куда заберусь, но надо бы как-то постараться. Надо бы очень постараться. Как там Давай. У тебя дела? Рассказывай. Пока еду. Угу. Скорость падает у меня. Скорость падает, не очень хорошо. Зацеп на 200 поймал. Нет, не поймал. Падает скорость или как она у меня? Не могу пока понять. Реально? Заеду. Да, заехал, Димон, два раза подряд. А я что? Давай, шлифун уже поймал. Давай, 90 взял. И на соточку бы. Давай. Возьмешь. И где я? Возьмешь.
тяжело, взял, но взял. С трудом, взял. Да, взял, ребята, буквально на волоске. На волоске, это хорошо. По 100 баллов нам сдебанут два раза, обалдеть. Идем дальше, впереди у нас рандомные раунды. Окей, рандомные раунды здесь и сейчас. Димон, делай себе, получается, три тачки, так же, как и я. Давай. Делай с тобой по три тачки. А, какой-то байк у меня выпал, это не считается. Первое, о, неплохо. А, у тебя прикольненькая мини-тачка. Беру, получается, УАЗик. Да, УАЗик. Какой УАЗик? Не-не-не, УАЗик это не твоя. К тому же УАЗик Хантер. И вот это третья. Так, что у нас тут? Это мы удаляем, удаляем, удаляем. Короче, я беру себе X5. Да, это будет прикольно. У тебя мини-ламба. Окей, бро, поехали, разгоняемся. Раунд начинается здесь и сейчас. Окейшки, так, на самом деле даже не знаю, что получится у нас в этом раунде. Но я пока... Ой, ну я... Офигеть, ты просто в точку, ты куда? Ты опять собрался 100 баллов брать, 40. Что ли, я не понял. Да, конечно, дядь, 45, 50, вообще на изи. Ты чё, завязывай, эу. Слушай, 60, ну меня... 65. Блин, у меня завозило по идее... Завозило бы мне так на моем ролике. Ну, это точно. Я просто на самом деле не знаю, как поднимусь я, но по идее тоже будет неплохо. Я на это очень, ребят, рассчитываю. Давай. Поздравляю тебя, кто будет у тебя. А я что-то вообще не еду. Я что-то прям вообще не еду. Типа X5? Совсем? С трудом. Очень плохо. Ну, то есть скорость маленькая очень. Ты заехал на 100, получается. Сливай. Сам сливайся. В унитаз. 100 рублей. Не-не. 100 рублей сам сливайся. Да что ж такое-то? Где скорость-то моя? О, ты 60 только взял. Она прям что-то вообще с трудом. Я думал, она будет очень крутая тачка. Она оказывается... Не, пока она едет, конечно. То есть базару ноль. Но просто очень с трудом. Базару зиру. Да, ну просто с очень большим трудом. Взял 65. Ребят, я буду просто максимально ехать, потому что мне нужно очень баллы заработать. Ибо Димка явно оторвался вперед. И нужно сократить разрыв. Очень постараться сильно разрыв сократить. Но я шлифую, но вроде как пока забираю. 70 взял. 75 бы хотя бы взять, ребята. Очень нужно. Давай. Давай. X5. Давай, я очень надеюсь на тебя. Шлифун есть, но пока скорость падает. 75 взял, отлично. Будет ли 80? Нет, не будет. У тебя колесо восьмерка. Не будет 80, да, потому что... Да нормальный диск у меня. Все, я приехал. Сотка Димону, 75 мне. Обалдеть, конечно, разрыв жесткий. Идем дальше. Отлично. Окей, давай, Димон, продолжаем. С себя три тачки, с меня две тачки. Поехали. У тебя первая. Нормальный аппарат, неплохой такой, да. У меня первая есть, а вторая у меня... О, гелик какой-то, опять гелик. О, у тебя... Это то, что я думаю? Нет, не то, что я думаю. Окей, на самом деле, я возьму, ребята, опять большую тачку. Что, ты взял ее? Да. Не, дико ты своим огнеметом, знаешь, когда подаешь. Мне такого не надо. Мне такого не надо. Это Майк! Майк Вазовский! Майк Вазовский, я понял. Окей, я пока на гелике еду. Давайте пока его прокачаю. Это прокачивается? О! Я тоже хочу прокачать. Такое чисто хромированные огромные диски. Так. Ускорение, торможение, сцепление. Давай, поехали. Плюс 200. Давай, 45. Взял. Слушай, ну вроде как ситуация очень похожа на ситуацию с Иксом. Тоже очень тяжело, но пока еду. Тяжело, но еду, ребят, это очень важно. Ты не знаешь, что такое тяжело. Тяжело там у тебя, да, получается, на самом деле. Да. Потому что у меня, конечно, есть 60, и я вроде как поймал зацеп на 70, или нет, или мне показалось? Не показалось. 65 взял, давай уже шлифун, хотя бы 70 взять, или 75, конечно, вообще было бы идеально. Потому что Димка, я думаю, не поднимется сюда, скорее всего, на своем этом каре. Ну, 45 есть. 70 взял, давай. Давай, 75 бы взять хотя бы, давай, 75 взять, нет, не взял, да? Вот линия, но не взял ее, 70 у меня получается, да, 70 баллов. Как там у тебя дела? А, ты прямо... Пока еду. Слушай, едешь, конечно, да, я вижу, но... Ну все, приехал на 55 получается. Чего? Да, неплохо, это твои 55. Баллы, да, идем дальше. Окей, продолжаем. Так, с тебя в этом раунде ровно две тачки, с меня три тачки. А, но считаем мы именно реальные машины, GTA-шные мы не считаем. Пока первая есть у меня, это что такое? Нафига мне все это? Можно мне какую-нибудь хорошую легковую машину, пожалуйста? Быструю, хорошую легковую тачку. А, какой-то Mercedes мне выпал, и вот так вот. Я ее случайно заспаунил. Так, значит, что у меня здесь? Chevrolet? Ага, Mercedes. Да, я берусь, ребята, именно S-ку. S-ку купе.
трешную. Отлично, отлично. Окей, S-класс, купе и Феррари. Поехали, бро. Начинается раунд. И так, давай, ну давай. Это неплохой шустрый S-класс. Прям мне нравится. Мне прямо нравится. Да, 200 скорость, 220, 230. Нормально пошел. Как там у тебя дела? Рассказывай. 220 тоже. У тебя Фера, да, получается там? Ага, хорошо, да. Хорошо. Ладненько, ну окей, я не помню. Скорее всего, баллы я не отыграл полностью, которые были за 100 баллов твои, которые ты брал. Но там разрыв вообще прям минимальный. Поэтому сейчас нужно в идеале как можно больше баллов взять. Это, ребята, самое важное сейчас. Вот реально, самое-самое важное. Поэтому пока ползем, пока, ребят, набираем очки, набираем баллы. Давай, малыха, забирай. Пока. Ты чё, обнаглел? Я из-за кого еду-то вообще, не понимаю. Для себя, точно не для меня. Давай, хотя бы сюда заберись. Я забрался на... Сколько это получается? На 80 забрался и все. Ты тоже встал? А, встал, да? Ничья, по 80 баллов. Обалдеть, идем дальше. Окей, продолжаем. Итак, делаем тачки с тебя 3, с меня 3. Первая у меня это ага, вторая ага, а третья не считается, вот такая BMW. Так, значится, я возьму, короче, себе ту тачку первую. Она, в принципе, более-менее. Более-менее. Ну, у тебя ничего не появилось пока? У меня пока что-то сломался. Реально? О, появился. Первая, вторая не считается, это не считается. Вторая, да то что не считается, это все GTA-шное, бро. Это не считается все тебе. Только первая считается вроде как, да. Это чиниться считается, да, только колес нужно починить обратно. Вот, да, это он и еще одна из тебя тачка. Давай, ждем пока твою третью машину. И это, ага. Ну, выбирай пока, я стартую и посмотрим, кто же поднимется выше. Ну, у меня такая неплохая акура. Не самая, конечно, там крутая, там, не знаю, супер там пупер тачка, но она, в принципе, лучше всех моих остальных, это самое важное, поэтому я ее взял. Стартуем, поехали, но максималочка такая, страдает, короче, такая, 170 взял, 30, в смысле, 170, в смысле, скорость, да, 40 баллов понял, я взял, понял. 45 баллов впереди, как там у тебя дела, рассказывай. 35 пока беру. Слушай, ну тяжело, что-то я, конечно, поверил в эту машинку, 40. Но она тяжело, ребята, идет реально. На 50 уже тяжело идет, алло, как это? Очень тяжело, блин, жесть, как тяжело, 55 уже взял, ну это прямо, прям как бы я все понимаю, но... Да давай, ползи, ну ползи, хотя, да что ж такое-то? Во, поймал зацеп, конечно, но, ребята, это жестко, не... Она прям вообще, она, видимо, для спусков хорошо, но не для подъемов, потому что очень машина тяжело, ребят, идет. Че молчишь? Куда пропал? Ты здесь? 55. Поговори хоть со мной немножко, а то молчишь. Я просто пытаюсь, понял это, ну, и играть с передачами. Да, играешь с передачами? 65 я взял, но... Давай, хотя бы 70 бы взять. Встал? Я все, да, 60. Сколько? Это было максимум. 70 баллов, ребят, отыгрываемся по максималке, стараемся. О, пошел шлев, но вроде как она поехала лучше, чего? Ага. 75 чего? Бы взять, давай, 75 взял, 75, отлично. И видимо все, и все, неплохо. Приехал, да, и приехал. Окей, буквально еще есть раунды, хотя бы 2-3 успеем сделать, погнали. Окей, продолжаем. Итак, Димон, с тебя 2 тачки, с меня 3 тачки. Ламба. У тебя ламба первая неплохая. Дырка. Дырка, да. У меня первая такая вот тачка, это не очень хорошо. Лодка 90. Не считается. Поршик у меня, а третья и это... И все. И все, да? Что, можно такое хорошенькое, да. Быстренькое? Вот, блин, ну вот столько быстрых тачек. Ну, короче, окей, Порша, в принципе, по идее, неплохая. Она, конечно... Ну, по идее, шлифует, не знаю. Короче, поехали, посмотрим. Слышишь ты, блин? Давай. На тебе, пингую тебе. Купил. Ах ты, собака! Догоню сейчас. Я сейчас догоню. Не догонишь. Догоню. Твоя тачка не раскочегарит столько, сколько у меня. Сколько у тебя? Да, 500. Какие 500, что ты гонишь-то? Ладно, 212. Ну это, конечно, хорошо, даже очень. Ты мне развал сломал, у меня колесо немного ушло спать. Ушло спать? Да. Ушлое. Сейчас колесо ушлое. Да ты ушлый! Колесо куда это дело? Ну, ушлое водитель, ушлая машина, понял, вот и все. Ладно, 65 догоняй. Ну, 50 пока взял, ладно. 70, дядь. Да, ну я понял, 5 взял. Давай, ползи он выше. Он разгоняется, что? Выше. 60 взял, в смысле разгоняется.
прямом. Чем пугаешь-то? Где-то, ты вообще какой-то прозрачный, я тебя даже не вижу как-то. Ты где вообще? Тебе не надо меня видеть. Я 90 взял и... Какие 90? Да. Офигел? Какие 90? Ну, желтый, это сколько? Да, 90. Ты очень много, не дофига ли ты взял-то? Скажи мне, пожалуйста. Вообще отлично, мне нравится. Ну нет, я не взял 70, обалдеть. 65 я взял. Что я за лечу? Приколы? Я помогу тебе. Ладно, сейчас идем дальше, впереди еще есть раунды. Короче, это последний рандомный спавн, а потом у нас будут тачки 4. Вау! С тебя 3, с меня 2. Так, у тебя есть машина, я понял. У меня что? У меня первая есть, это ламба неплохая, а вторая это... Воу! Воу! Что это? Камри, быстро, кстати, Камри, на самом деле. Но она вся переливается, и я... Слушай, я даже не знаю, может, ее попробовать взять ее? О, нихуя, хуа, 270. Короче, здесь ламба быстрая, ну и Камри, короче, интересная. Я вот не знаю, что лучше, честное слово. Короче, я Камри возьму чисто из-за винила вот этих вот. Поехали, испытаем ее. Давай разгоняемся и поехали. Поехали. Ну, у тебя очень быстрый трон. Молодец. Там и оставайся. Не, сейчас вернусь. А я пока еду на Камри 3.5. Камри 3.5. Лебедостан, да? Это только мать, Камри 3.5. На самом деле... Гелендваген 5.5. Ну, может быть, конечно. На самом деле, ну, неплохая скорость. Да, ты быстрее меня, я в принципе, даже не удивлен. Хотя бы 100 баллов бы взять, хотя бы, говорю. Ну да, 100 баллов хотя бы взять. А ты как там? Ты там забираешься, собрался, что ли? Или что, скажи, пожалуйста, мне. Яма, 80. И что там тебе? Приехал? Она ее закрутила почему-то, она как будто зашлифовала, серьезно? Закрутила и все. А, ну, так да, это 85 я взял, давай, 90 взять. 90 взял и соточка в кармане должна быть. Не взял. Я полностью не переехал. Да, не взял. Не взял, 90 у меня баллов. Ну, давайте мы сделаем последний раунд, проверим две последние наши быстрые тачки. Давай. Итак, ребята, последние две машины я беру у УАЗик, бро, заранее там добронирую тачку, ты бери себе десяточку. У меня УАЗ, УАЗик с колесами от Мерседеса. Ох, быстрый, Хантер, 2.2 дизель, поехали. О-о-о! Мать, чего? 600, 700, 800, 900, 1400, что? Я понял, это короче как мустанг, бро. Это как мустанг, я тебе отвечаю. Я могу вниз опуститься. Ну, брат, я тоже 500 еду. Я могу вниз опуститься. Ты заехал? Я заезжаю, да, сотка. Я тебя понял, я не могу... А, все, я вниз как бы телепортнулся, я понял. Окей, друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем удачи, всем пока. Всем пока.